Редактор видання «The Insider» Тимур Олевський з нами на зв'язку. Пане Тимуре, ми вас вітаємо. Вітаємо, Катя, вітаємо, Роман, привітаю вас. Да, Тимур, привет. Ну, в рамках нашего процесса изучения Российской Федерации хочу у тебя спросить о следующем аспекте. Ну, говорят, в России выборы будут. Ну, это слово мы берем, конечно же, в кавычки. Со всех сторон, там, в скобки. Давай перш, ніж ты перейдешь. Просто про выборы. Как бы, Рома, про выборы. А я хочу сказать, что это же цирк. Они же сами сказали, цирк-то будет. Давайте послушаем этот момент. Напомню, действующий глава государства идет на президентские выборы как самовыдвиженец, поэтому, согласно закону, в ЦИК требуется предоставить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей. Так вот, вопрос. Раз это цирк, то все ли там, кто будут выступать, являются клоунами? И нас, конечно же, интересует такой интересный персонаж, как Борис Надеждин. Я думаю, ты его тоже лично знаешь, который... допущен к выборам, а это, понятно, решение Владимира Путина. С другой стороны, они продвигают так называемую антивоенную повестку. Вот ты когда видишь очереди, объективно, которые зафиксированы на видео, людей, которые хотят подписаться за Надеждина, как ты считаешь, это спецоперация, чтобы всех пофамильно зафиксировать, кто против войны, и потом их отправить в ГУЛАГ, о котором мы уже тоже говорили? Или тут есть какие-то другие варианты? Ну, я не думаю, что перепись населения была целью. Вопрос в том, как потом на эти списки будут реагировать силовики. Тут уже можно добавить, знаешь, какая команда будет, так они творчески к этому вопросу и подойдут. Понятное дело, что люди, которые в России ставят сейчас эти подписи, очень сильно рискуют, сомнений нет. Потому что всему выглядит подписывание листов для подачи в ЦИК за Бориса Надеждина, как такой референдум против войны, и даже для кого-то, может быть, против Владимира Путина. Это факт. Ну, по крайней мере, об этом люди говорят в социальных сетях. Тут не важно, что сам Борис Надеждин говорит. Как правильно говорит российский политолог Кирилл Рогов, в феномене Надеждина на этих выборах главный не он, а главные те люди, которые стоят в очередях и ставят за него подписи. Это то, что очень важно увидеть. При этом хочу обратить твое внимание, что российские СМИ официальные, то есть пропаганда, при том, что Надеждин допущен к выборам, и, конечно же, эти очереди от Якутии до Парижа являются, безусловно, феноменом, они просто полностью это игнорируют. Вообще. Ну, то есть нет информационных материалов каких-нибудь, я не знаю, в программе «Время» о том, как за Бориса Надеждина стоят якуты в очередях или жители Рязани или Москвы, чтобы подписаться и оставить свои подписи. Это во-первых. И в этом смысле, кстати, сотрудники штаба Надеждина честно признаются, что поддержка людей за рубежом, которые массово вышли для того, чтобы оставить свои подписи, а их подписи очень важны для Надеждина, потому что люди уехали из самых разных регионов России. Надеждину очень важно собрать подписи не в Москве, а в разных регионах. Там по правилам ЦИК в каждом регионе должно быть определенное количество. Если, например, только москвичи подпишутся, этого будет недостаточно для того, чтобы даже идти в ЦИК, не говоря уж о том, чтобы там пытаться зарегистрировать кандидата. Вот. Так вот, они говорят, что эти люди, к сожалению, во-первых, их поддержка очень важна, а во-вторых, конечно, она пугает, потому что власть имеет все соблазны и возможности для того, чтобы обвинить Надеждина в нужный момент в том, что он с людьми, которых власть уже ошельмовала, заклеймила, назвала предателями, и как только не назвала, сотрудничает. Вот кто, значит, голосует против войны. То есть, с одной стороны, это, безусловно, показание, ну, демонстрация того, что в России есть люди, которые не хотят войны и не хотят Путина. А с другой стороны, для самого Бориса Надеждина риск большой, что его этим, собственно, будут страшно говорить. Это прям абсолютный факт. Это также, на самом деле, тут даже интересный вопрос, зачем Путину собирать подписи. Это тоже очень показательный момент, если ты обратил на это внимание. Тут, опять-таки, по тем сообщениям, которые есть в... интернетах в этих, опять же, говорят нам о том, что, ну, не стоит на него делать большие ставки, потому что про Крым-то он не говорит о том, что он вернет нам Крым, поэтому, собственно, я так понимаю, выбора для Украины. Смотрите, точно нет лучшего
никакого? Ни один человек, который принимает участие в избирательной кампании Путина по правилам Путина, по законам Российской Федерации, и не может ничего такого говорить. Либо он соглашается на эти правила, по которым обсуждение судьбы Крыма является экстремизмом и терроризмом и влечет за собой уголовный срок, либо он про это молчит. Если бы предположить, что если бы мы с вами предполагали, что у Надеждина существует реальный шанс победить или поучаствовать в кампании так, чтобы победить Путина в стране, которая сейчас живет по законам Путина, то ему надо было бы молчать о Крыме, а говорить только, когда он возьмет власть в свои руки. И на самом деле оценивать, что он сейчас говорит, если бы мы с вами предполагали, что у россиян есть шанс переизбрать другого президента, было бы неправильно вообще, потому что его главная задача — обмануть Путина, победить, а потом уже решать вопрос с Крымом. Это была бы важная задача. Но я думаю, что в случае с Надеждиным правила проведения кампании, какие темы можно поднимать, какие нельзя, или прямо проговаривались, или он прекрасно понимает это на кончиках пальцев, что можно и что нельзя говорить, потому что контекст всем в России, естественно, хорошо понятен. Но еще раз, я очень важную вещь хочу обратить, на очень важную вещь хочу обратить ваше внимание, что то, что говорит сам Надеждин, это одна история. У меня нет ответа. А то, что... Вот ведь у Сири тоже нет ответа на этот вопрос, извините. И у меня тоже до конца его нет. А вот то, что говорят люди, которые стоят в очереди, что они символизируют своим этим стоянием в очередях, это совершенно другой вопрос. Всем кажется, что все может измениться только, когда Путина не будет. Любым способом уйдет он сам, победят его на выборах, конечно, это совершенно невозможно, или просто умрет. Поэтому я думаю, что нам вообще не важно, что говорит по поводу Крыма Надежда. И вообще не стоит, мне кажется, всерьез обсуждать его программу, потому что Надеждин для многих-многих людей — это символ протестного голосования. В каждой избирательной кампании России был такой человек, лучше или хуже, за которого выходили, либо показать, что мы есть, потому что никакого другого кандидата на выборах быть не может. Кандидатов тоже Кремль выбирает. Я напомню вам историю 2011 года, когда были самые большие протесты, связанные с фальсификациями выборов, закончившиеся Болотной площадью, не победившим российским Майданом, а проигравшим, который, собственно, проигрыш в котором привел в конечном счете все туда, куда это все пришло. И тогда кандидатом протестным был вообще Сергей Мирон. И совершенно никого не волновало, кто такой Сергей Миронов. Всем было важно показать, что это не Единая Россия. Все голосовали и ходили за Миронова. Потом были адские фальсификации, и сам Миронов говорил, что его все устраивает, но не устраивало людей на улице. И, собственно, они тогда вышли на протест. Поэтому тут вопрос в том, что это каша из топора. Топор Надеждин, а какую кашу заварят люди, это совершенно другая история. Знаете, как в той сказке про солдата, который к топору добавляет крупу, молока, сахар, и, глядишь, каша заваривается. Это вот такая история. Да, тут, если уже говорить о так называемом протестном кандидате, в прошлый раз, если не ошибаюсь, Ксения Анатольевна Собчак играла эту роль, и даже ей там нарисовали 1.5%. Ну, то есть я Ксения даже... Нет, не совсем, Роман. Ксения Анатольевна была... Да, она расколола тогда оппозицию, потому что тоже были люди, которые говорили, ну уж лучше она, чем кто-нибудь, потому что никакого другого нам не предложили. Но когда Ксения Анатольевна Собчак пыталась участвовать в президентской кампании 2018 года для, безусловно, легитимизации Путина, то она это делала при живом действующем политике Алексее Навальном, который мог бы поучаствовать в выборах, но Кремль ему не дал. И в этом смысле это был чистый спойлинг. А сейчас Надеждин — это просто буквально Надеждин, как вот фамилия у него звучит. Я говорю еще раз, это уже вопрос не в Надеждине, а вопрос только в тех людях, которые за него стоят в очередях. Это ни к чему не приведет, понятное дело. Никто всерьез даже не оценивает шансы на то, что голосование может завершиться как-то в его пользу. Я даже думаю, что его не зарегистрируют. Я думаю, что Кремль покажет, что они собрали недостаточно количество правильных подписей, и вообще все люди, которые выступают против войны в том или ином виде, это такие люди, которые обманывают с подписями, их так мало, что кандидат не смог пройти. Мы-то предлагали, но вы сами не смогли. То есть такое вполне может быть. Но мы с вами видим, что происходит, и нас-то не должно обманывать. Это первое. А второе... как бы тут вопрос в том, что
Отчасти Путину нужно показать своему электорату, что запрос на окончание войны существует, потому что у меня и у вас есть ощущение, что он пытается какими-то способами придумать такую схему, чтобы как-то приостановить обещание взять Киев за 3 дня, притормозить их. И отчасти он может в том числе потом ссылаться на этот феномен. Ну так ссылаться, что, конечно, они все гады, предатели и подлецы, но, видите, есть такая часть общества, значит, существует такой запрос. Или как-то еще это дело поворачивать, но это надо следовательно следить за эфирами всевозможных пропагандистских ужасных этих ток-шоу, что делают очень профессионально мои коллеги, дай бог им силы и нервов, потому что на это, конечно, никаких сил не хватает. И там это наверняка будет неоднократно проговариваться в качестве того, что Путин слышит все голоса россиян, вот это все, потому что разговоры о том, что Россия без... Брежно, бесконечно в своих ресурсах может воевать, они все равно к концу 23-го года, начало 24-го показывают, что нет, неправда. Как и неправда, что санкции не работают. Они работают просто не так, как себе представляют люди, что они включились и завтра все кончилось. Нет, конечно, это в другом происходит. То есть я правильно понимаю, что вот по Надеждину как раз как такому политическому инструменту можно померить вот это антивоенное общество российское? В какой мере можно оно померить. Существует? Тут опасно. Понимаешь, в количестве, в количественном отношении мерить, конечно, ничего нельзя. Мы не знаем, сколько людей против, и уж тем более мы не можем сказать, что все, кто против, вышли, потому что точно так же, как вы, Катя, спрашиваете меня о том, не посчитают ли всех и не завернут ли потом в тюрьму или просто выгонят с работы, так же и те люди, которые делают этот выбор, прекрасно понимают, они понимают, с кем они имеют дело. Поэтому прекрасно понимают, что и завернут, и с работы выгонят, и все, что может быть, произвольно. Поэтому, я думаю, огромное количество людей, которые бы хотели подписаться за Надеждина, конечно, боятся просто это делать. Мы не знаем, сколько их на самом деле. Но то, что существует их немало, и они заметны, это просто факт, феномен, явление, на которое мы можем обратить с вами конкретно внимание и утверждать, что такие люди есть. Считать цифрами... Я не думаю, что какой-то нашелся бы сейчас социолог, который бы рискнул это делать. Я видел много социологических опросов, и украинских, кстати, очень качественных, по телефону. Прям, несмотря на то, что они по телефону, там вопросы так хитро заданы, что ИКАР, центр ИКАР, например, делает такое в Украине, звонит россиянам. И в России тоже пытаются люди делать опросы. Но мы все с вами понимаем, и сами социологи понимают, что, конечно, все вопросы во время войны в России сейчас нерелевантны, потому что страна пришла в ту точку, где слабо, буквально сказанный в проброс, является поводом для возбуждения административных уголовных дел. Это все прекрасно понимают. В таких условиях что-то мерить, это просто очень наивно и неправильно. Про протестное настроение тоже вспоминали сегодня с Ромой про Башкортостан и о том, что силовики сейчас похищают участников протестов. Больше 30 человек, участвовавших в акциях в поддержку Фаиля Алсынова, были задержаны, связи с ними нет. Ну и, собственно, мы тут вспоминали предыдущие протесты, ну и про то, что Кадыров и его друзья немножечко ровнее, а кто-то, получается... должен отдуваться за всех. Потому что мы думали, что задерживать никого не будут, по аналогии с предыдущими. Смотрите, всегда так было. Силовики в России действуют всегда как? Вместе с собственно, с политическими властями страны. Это хорошо отработанная технология последние 5-7 лет, точно. Они сбивают протест так, чтобы люди разошлись. Разными способами. Вот в этот раз в Башкортостане как раз задержанного активиста заставили, я думаю, сказать, чтобы люди расходились, не совершали глупости. Вот это все, он сидит у них в плену, поэтому трудно считать, что его слова были сказаны искренне или нет. Мы этого не знаем. Важно, что он это сказал, люди начали расходиться. Ну, не только из-за этого, но из-за этого в том числе там были жестокие разгоны. А дальше, когда люди расходятся, когда они сбивают волну на улице, чтобы не могли собраться и самоорганизоваться, они по одному уже в тишине вытягивают, выдергивают самых активных, потом их публично наказывают, загоняя людей в паранойю и страх, потому что на улице ты стоишь среди людей, а по ночам тебе приходят к одному, а соседи двери запирают. И вот это, собственно, тот способ запугивания, который многократно использовался в России и применяется до сих пор. Одно дело быть на улице вместе со всеми, а другое дело прийти домой и остаться один на один с ротой ОМОН. Вот то, что, видимо, сейчас происходит, это продолжение этой довольно эффективной, надо сказать, в России технологии силовиков. К сожалению, эффективный.
Тимур, ты когда говорил о Надеждине и сказал такую фразу, что в принципе, если будет зафиксирован какой-то ну, антивоенный вот этот вот показатель в России, это будет использовано Путиным для того, чтобы ну, как-то объяснить, что раз, ну ладно, не вышло Киев за три дня, давайте что-то решать. Так вот, хочу тебя спросить. Ну, понятно, что делать прогнозы это очень сложно и неблагодарно, но вот я вот про ощущения спрошу у тебя. Я, насколько понимаю, ты находишься сейчас в Европе. Мы понимаем, что нам вот без западного оружия будет совсем тяжко. Так вот, это ощущение и внутренний голос. К чему тебя подталкивает в части того, как будет развиваться война в этом году? Давай я тебе скажу не о том, как будет развиваться война в этом году, а о том, как, мне кажется, Европа видит это развитие этой войны на ближайшие 10 лет. Мне даже так проще, потому что по тем словам, сказанным на последних совещаниях министров НАТО, и по тем словам, которые были сказаны немецкими всякими представителями от министра иностранных дел до министра обороны, понятно, что Европа разворачивается в сторону начала серьезного производства, модернизации и подготовки к войне на ближайшие перспективы ближайших 5-8, ну, 10 лет, условно говоря. Как и нет сомнений в том, что Путин, если сейчас добьется какой-то передышки для себя, то он это будет использовать именно как передышку, вряд ли, для того, чтобы построить прочные дружеские отношения с Украиной. А что касается войны в Украине в этом году, я не прогнозист и не военный эксперт, мне очень трудно делать какие-то прогнозы. Я могу тебе сказать свои интуитивные ощущения как эксперта по информационной повестке, человека, сидящего на новостях и читающего все, что происходит в мире, каждый день в большом количестве. Ну, более-менее. По моим ощущениям внутренним, ничем не подкрепленным и не обоснованным, интуитивным, ощущение, что в этом году будет перелом в войне, и перелом в сторону победы Украины, но перелом будет, насколько он будет серьезный, приведет ли он к тому, что Украина начнет наступать, или к тому, что Украина сможет на каких-то понятных для себя условиях зафиксировать то, что будет происходить в этот момент, я не знаю. Я вот как рассуждаю, я тебе объясню, откуда берется у меня это рассуждение. Российская армия тоже учится и модернизируется, и украинская армия научила многому россиян, включая дроны и прочие всякие вещи. Надо учитывать, что госзаказ российский — это вещь, которая предполагает растрату огромного количества денег, а на это всегда находятся люди, которые хотят их потратить вовсе не на то, что, собственно, предполагалось. Это, во-первых. А во-вторых, мне кажется, вот мы пришли к точке, когда побеждает та армия, которую больше любят люди. Та армия, которую люди теплее одевают. Та армия, которую люди больше кормят, та армия, за которую люди больше болеют. И в этом смысле Украина имеет безусловную фору перед Россией. Вот поэтому у меня очень осторожное, интуитивное ощущение, оптимистичное в смысле того, что может быть перелом в этом году. Но еще раз хочу тебе сказать, что это не военное соображение, не экспертиза, а интуитивное ощущение человека, который каждый день профессионально читает сотни новостей. Вот больше ни почему. Тут еще про одну игру, в которую можно играть вдвоем. Мы как бы учим, да, армию России, как оказалось, воевать. Ну и, собственно, еще одна история о том, что они постоянно как-то искали на наших территориях исконно русские. Но президент Зеленский говорит, слушайте, так а что по исконно украинским территориям? Ну и выдал указ про Кубань, Слобожанщину, Белгородскую область и так далее. Вот сейчас опять этот указ мы видим на экране. Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современного Краснодарского края, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская областей. Ваше мнение по этому поводу? Мы понимаем, ну, то есть у нас нет территориальных претензий, но тем не менее, как бы... Тема интересная. Ну, слушайте, наверное, это хороший политический ход. Тем более, что в этом указе сказано не только про... Там, во-первых, если я не ошибаюсь, поправьте меня, там сказано про украинцев, проживающих на разных территориях, не только о том, что они имеют право на приоритетное получение гражданства, и не только на территории Краснодарского или края, а вообще во всем мире.
И это, на самом деле, кстати, важная история. По поводу того, что на карте Украины с точки зрения России появляется тоже спорные территории, ну, в общем, это... Ну, почему нет? В эту игру действительно можно играть вдвоем. Не знаю, как это оценивать, потому что с политической точки зрения это пиар-ход такой мощный, с точки зрения военной вряд ли это вообще на что-то влияет. С точки зрения международных отношений, вот смотрите, у нас тоже есть... Не знаю. А вот по поводу того, что это задирает Кремль, безусловно, задирает. Все, что ему доставляет дискомфорт, приятно выглядит. Все, что могу по этому поводу сказать. И тут, кстати, вопрос, ведь понимаете, как есть серьезно говорить об этом? Не в моменте, а серьезно. Украина имеет все шансы стать очень привлекательной страной. Для, в том числе и для людей, говорящих по-русски на территории России, которые хотели бы и разделяют ценности Украины. Я не думаю, что те регионы, которые в этом указе перечислены, это регионы, которые легко ассимилируются в Украину, будь они сейчас, допустим, оказавшись они сейчас в распоряжении украинских властей. Это, я не думаю, что это так. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но мне кажется, что это не будет очень просто. Но задел на то, что Украина может стать очень привлекательной страной, и россияне, которые недовольны тем, что происходит у них, могут позволить себе в будущем выбрать, в том числе, в какой Руси им жить, московской или в киевской. Это, конечно, мощный, кстати, политический ход. Это может стать предметом политических обсуждений в каких-нибудь закрытых кружках, чего-то еще и прочее. Это вопрос того, что это предложение, оно позволяет начать обсуждению и брожению не просто теоретическому, в очень узких кругах каких-нибудь там, не знаю, российских правых, а вполне себе значительно более широких слоях населения. Это любопытно, как ход. Но более чем как любопытный ход, пока я не думаю, что это надо обсуждать. Тем более там, когда речь идет о гражданстве для иностранцев, там как раз Россия вынесена за скобки. И тут этим нужно, как это... вопросом заниматься. Понятно, что война, с другой стороны, правовой режим нахождения граждан России на территории Украины, он не урегулирован до сих пор. Это касается даже не жителей Белгорода, а там, допустим, людей, у которых совместные семьи, там, общие дети, дети граждане Украины, а один из родителей имеет российский паспорт. И в опасности... Видишь, это же связано не только с отношением к россиянам в Украине, понятно, какое оно. Это еще будет связано наверняка с договоренностями со спецслужбами, на котором фильтровать и оценивать угрозу каждого конкретного человека, который хочет получить документы Украины, станет все тяжелее и тяжелее. Я думаю, что на самом деле, к сожалению, для тех, кто живет в Украине с российским паспортом в смешанных семьях украинско-российских и мечтает получить какие-то украинские документы и все остальное, для них эта война стала... крушением надежд на получение этих документов и как их получить, то, наверное, все становится еще сложнее и сложнее. Именно так. Но я хотел, знаешь, в каком аспекте у тебя спросить по поводу этого указа? Ну, вообще, в Европе, когда вот эти вот разговоры ведутся, там, наши исторические территории или территории, на которых жили исторически украинцы, русские, венгры, румыны, да кто угодно. Все же прекрасно понимают, что это отдает таким вот, ну, скажем так, это даже если не территориальные претензии, ну, такие ультраправые какие-то взгляды. И по факту, если это культивировать, это ведет к войне, что показала Российская Федерация. Вот с этой точки зрения, это может быть проблемой вот восприятия этого документа на Западе? Не знаю. Мне кажется, что этот документ невозможно воспринимать никак, кроме как троллинг Кремля, честно говоря, всерьез. Я думаю, что этот текст написан целиком для жителей России, больше ни для кого. Я думаю, что президент Зеленский и его кабинет точно так же понимают, как и весь остальной западный мир, что разговоры об исторических землях для Европы этот разговор в принципе невозможен сейчас, потому что вот именно этот разговор может привести к войне в Европе. В Европе нет ни одной страны, у которой бы не было каких-то территорий исторически. Вообще фраза «исторически принадлежали кому-то», она очень опасна. Она во всей истории Европы последних веков приводила только к войнам. И если
Европейцы вряд ли воспринимают это на свой счет. Но если бы они это восприняли на свой счет, я думаю, они бы испугались такой формулировки. Потому что этот дискурс очень опасный. Его как раз и используют европейские очень-очень правые люди для того, чтобы расшатать ситуацию в Европе. В этом смысле, не знаю, я не заметил, чтобы в Европе прозвучало это сейчас так громко, как, смотрите, вот Зеленский выступает на тех же позициях, что и наши правые. Там самые правые, ультраправые. Пока я такого не видел, но вполне возможно, что кто-то подхватит эту волну и будет это использовать в своих целях. Я такое могу исключить на выборах каких-нибудь ближайших или нет. Но на момент нашего с тобой разговора таких заявлений, которые бы были сказаны насчет этого указа, как прецедент, если ему можно, почему нам нельзя, Венгрия, например, пока я не заметил. Не факт, что это не случится через неделю. Пане Тимуре, дякуємо вам. Дякую вам. За роз'яснення, за спілкування і до наступних зустрічей. Тимур Олевський, редактор видання «The Insider», був з нами на зв'язку цієї години. Дякую вам, друзі, за те, що дві години провели в нашій компанії. Традиційно наостанок говоримо вам «Слава Україні!» Героям слава! І смерть тим клятим ворогам! Всім, Катю! Побачимося з вами, бережіть себе і па-па!